Да, хреново-то вчера так получилось. Да ничего, сегодня фартанет. Иван! Подъем! Вау! Че, дрыхнешь, что ли? Родион, вставай, охоту проспишь. Базу для посетителей закрывать? Да нет, не нужно, я домик опечатаю. И еще соберите, пожалуйста, мне персонал для опроса. И предоставьте запись видео с камер на въезде. У него же свадьба должна была быть через неделю. Это ужас какой-то. Да заткнись ты! Невесте надо сообщить. Рана одна, но наповал. С момента смерти прошло больше 6 часов. Точнее, после вскрытия. Хорошо. Скажите, вы кем являлись убитому? Мы работали вместе, мы друзья. Угу, друзья. Ружье было у убитого? Да, было. Новый тест подарил, но только вроде вчера зимой не стрелял. С дядей поругался и рано спать ушел. А что за дядя? Олег Витальевич Колов. Он раньше работал в нашей гостинице управляющим. Интересно. Олег Витальевич. Вы знаете, где он проживает? Я пройду. Как приехал, так и не просыхает. В школу опоздаете. А где папа? Папа поехал. У него важное дело. Ген, сынок, иди переодеваться. Сейчас приедет школьный автобус. Вы опоздаете. Не хочу я ни в какую школу. Олег Витальевич, а вот свидетель утверждает, что у вас была накануне с убитым ссора, и вы даже подрались. Я был так сильно пьян. Вряд ли я мог драться, все как в тумане. Но ружье-то вы смогли взять и пальнуть в племянника? Нет. Этого не может быть. Я не убивал. Да это я уже слышал. А вот свидетели утверждают, что у вас был давний конфликт. Это вы помните? Можете рассказать поподробнее? Не жалейте никогда и никого. А то пригреете змею на груди. Андрей Петрович, знакомьтесь. Мой племянник Родион Ханин. Здравствуйте. Решил перебраться в Ульяновск. Андрюх, может, можем какую-нибудь работу в гостинице найти? Обязуюсь лично обучать. Мне любую работу, хоть номера убирать. Дядя Олег, тетя Марина, ну, спасибо вам большое за все. Я бы один, ну, пропал. Родион, не уезжайте. Пожалуйста, останьтесь с нами. Мальчишки, правда, не могу. Я ж теперь на работу устроился. Ты, главное, вкалывай, чтобы мне за тебя не стыдно было. Да, конечно, конечно. Все, пока, пока. Давай сейчас. Пока. Правильно, родным нужно помогать. Почему ты никогда не рассказывал про свою сестру? Набери завтра обязательно. Да, да. Андрей, Андрей, ну это я целый год разрабатывал филиал, я, а не Родион. Так с какого перепуга он теперь руководитель? На это есть причины. Интересно, какие?
Или я 10 лет пропахал в твоем Громов Плазе, теперь даже не имею права узнать, почему меня сдвинули? Олежа, я помню все твои заслуги, но сейчас действительно нужны новые, свежие идеи. Спасибо за доверие, Андрей Петрович. Угу. Подожди, то есть мои идеи устарели? Олег, успокойся, а? Я подумаю, чем тебя занять. Нет, не надо. Потому что я увольняюсь, понял? Увольняюсь! Ну, как знаешь. Да. Да, 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 да. Нет, ноги моей там больше не будет. Не будет, все. Да, давай, давай, да. Да, там передай всем, давай. Да. Олег, Олег, где ты шлялся до ночи? Ты почему опять пьяный? Я ушел из этой жарашкиной конторы ушел. И ты уходишь вместе со мной. А жить мы с тобой на что будем? Ничего, найдем, найдем, найдем. Идем. Господи, что за детский сад? Я не собираюсь увольняться. Меня все у Громова устраивает. Может, я и Громов сам устраивает, а? Правда, значит, в гостинице баба языки чешет. Любовница начальника. Должность прибыльная. Тебе к психиатру надо. Все. У тебя уже паранойя. Ну и что? Ходили вы к врачу? Нет. Хотя Марина упрашивала. Просто начал заливать обиду алкоголем. Даже работу новую не искал. Дом постоянно срывался на Марине, на детях. То есть скандалы были? Да. Постоянно. Марине было очень тяжело. Она... Я бы на ее месте бы уже давно от себя ушел. Она ни разу не заговорила про развод. Думаю, ей было просто жалко детей, да и... Меня, дурака. Поздравляю. Вам повезло с женой, гражданин Колов. Повезло. Это все? Тогда прочтите и распишитесь. Вот здесь. Вот здесь, да? Уведите арестованного. Гена, сынок, пока. Хорошего дня. Андрей, мы же договаривались, чтобы ты сюда не приезжал. Тебе не звонили? Нет. А что случилось? Олег Родиона убил. Нужно ехать в Следственный комитет, его сельхозбазы туда отвезли. Я ничего не понимаю. Как это убил? Это какая-то ошибка, Андрей! Мы разберемся. Объясни мне, что происходит, я не понимаю. Мы разберемся обязательно, я тебе обещаю. Обещаю. Андрей! Да, обещаю. Мотив убийства. Давний конфликт на работе, приведший в дальнейшем к увольнению подсудимого. Гладко. Тебе б романы писать. Да не вопрос, если денег будут платить больше, чем здесь. Так, что мы имеем? Четкие отпечаточки на ружье. Гражданина Колова Олега Витальевича. Ух ты! Он что, один пару бутылок водки выпил?
Откуда такой уровень алкоголя? Да просто бухал давно. Заливал горе то, что его племянник так сидел. Ну, поздравляю. Дмитрий Иванович, поздравляю. Убийство раскрыто и в первые сутки. Это премия. Так что оформляй дело, в суд. Из тебя поляна. Торопиться не надо, Мишань. Наспех отправленное дело – это явный способ вернуть его на доследование. Подожди. Колов угрожал убить. Так. Свидетели есть. Мотив налицо. Угу. Отпечатки на ружье его. Так. Пьяный был. И не первый день. Значит, контроля никакого. Угу. Он мог просто с катушек слететь. Что тут еще можно прибавить? Свидетеля, который лично видел, как Колов стрелял в убитого. Ну ты скажешь тоже, ага. Не, ну у нас нет признания Колова. А у нас презумпция. Сам понимаешь, все в пользу обвиняемого. И потом, если никто не видел, то значит нет 100% гарантии, что это сделал он. И любой адвокат это дело может перевернуть наизнанку в суде. Подожди, ты хочешь сказать, что такое очевидное дело можно развалить в суде? Я хочу сказать, что я не собираюсь торопиться закрывать дело. Надо побольше опросить народ для полноты картины. И потом, сейчас к нам едет жена Колова вместе с бывшим его начальником. Так что будем общаться, Мишенька. Будем разговаривать. Ну и зануда ты. О, еще какой. Так, это я оставляю себе. Правильно, Миша? Да, да. Господи, какой кошмар. Что ж теперь будет? Андрей, я, наверное, временно не смогу работать. Тебе придется искать замену. А где я здесь такого экономиста, как ты, найду? Ничего-ничего, я подожду. Боже мой, а как Настя? В шоке. Больница. Ну, естественно, у нее жениха прямо перед свадьбой убили. Ничего, придет в себя, я ее за границу жить отправлю. Ой, какой ужас. Это что, ты мне такую прелесть снял? Снял. Купил. Сейчас пойдем дарственное оформлять. Купил? Угу. Папка! Папка, ты у меня самый лучший на свете! Это же у меня теперь есть свой собственный дом. Я же сюда могу привезти жить Родиона. Ты не против? Я никогда не буду против того, что делает тебя счастливой. Папа, ты просто супер-супер-супер-пупер! Подожди, а ты теперь что, один останешься? Пап, тебе надо жениться. Ой. Ну, 10 лет, как мамы нет. Ты возился со мной. А давай теперь я тебе помогу. Да, я позабочусь о твоем счастье. Сейчас, между прочим, много всяких сайтов знакомств. Мы тебя там зарегистрируем. Я буду выбирать всяких претенденток. А ты будешь просто с ними знакомиться, и все. Да, спасибо, конечно, но не надо. Ты мне не доверяешь, да? Доверяю, ой, но не надо, не надо. Папа, у тебя кто-то есть? Да, у меня кто-то есть. У тебя кто-то есть, а ты мне не сказал? Ну, давай на ней женись. Только сначала нас познакомишь, да? Она не может. Папка, ты влюбился в замужнюю. Бедный мой папка. Ну, чего ты такой, а? Ну, все, теперь останешься один. Бедный папка. Ну какой один, а? Ну какой один? У меня есть ты. И чтоб ты знала, я всегда буду рядом. Я знаю, папа. Всегда-всегда, что бы ни случилось. Ну как тебе квартирка-то? Да классная, классная, папа, классная! Я так счастлива. Вам нужно поспать. Вы понимаете, ваша психика просто не выдержит. Я не могу спать.
Олег. Я вытащу тебя, Олег! Пойдем, это следователь уйдет. Да Олег с охоты даже никаких трофеев не привозил. Он как купил это ружье, оно у него до сих пор в сейфе лежит. Он на базу ездил, чтобы по лесу побродить и расслабиться. Я не верю, что он мог взять ружье и убить человека. А вот зав базы Тимур Рамазанов и прочие свидетели утверждают, что перед убийством был скандал, и ваш муж угрожал Родиону убить. Тимур, здравствуйте. Это Марина Колова. Скажите, пожалуйста, Олега нет у вас? Да с утра приходил, пьяный, злой на себя не похож. Он сидит. Жалуется, что жена бросила. Ну, понятно. Тимур, у меня к вам огромная просьба. Присмотрите, пожалуйста, за ним. Хорошо, я понял. Тамара. Тамара, а я Олег Витальевич. Сделай еще графинчик мне, пожалуйста. Опа! Попалась, попалась. Можно я тебя буду Тома называть? Можно? Том, посиди со мной, пожалуйста. Так одиноко? Ну, посиди. Отпустите мне, больно. Пожалуйста. Тимур! Ну, посиди чуть-чуть. Ну, немножечко. Пожалуйста. А! Что случилось? Отпусти! Олег Витальевич. Больно. Ну, я впервые вас в таком виде вижу. Да больно же! Отпустите! Твоими лапами только медведя валить! Больно. Что случилось? Что случилось? Случилось, да. Жена моя изменяет меня с начальником. Я с работы уволился. Безработный и холостой. Имею право клеить девушек, а ты мне не даешь. Ну, хоть выпей со мной, что ли. Тома, дай рюмашечку. Ма, давай, давай. Давай, 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 давай. За что пьем? За светлое будущее. Родя, книжку захватишь? Ба, какие люди! И походу в стельку. Родя, а? Родя, может, это, в другое место пойдем? Нет, нехорошо так уходить, парни. Поздороваться надо. Только тихонько. Добрый вечер, дядюшка. Кто дядюшка? А хорошо, когда на работу ходить не надо, да? Можно расслабиться на полную катушку. Пошел вон, подонок. Всю жизнь. Весь год я тебе задницу лизал, дядюшка, и все тебя устраивало. А теперь не по-твоему так сразу пошел вон? О, блин, сволочь! А ну, брысь за столик, ужин заказывает. Мозгов нет. Пьяного задираешь. Пусть, я сказал. Да стой ты! Куда? За мной, баиньки. Не пойду. Я вас провожу. Я уйди отсюда, урод. Я сам себя провожу. Тварь. Пошли. Ну, чего? Пойдем по тарелочкам постреляем. А, пошли, ты хотел новое ружье пробовать, да, ход? Тарелки готовы. Не, парни, идите без меня. Настроение испортилось. Спать пойду. Ну вот. Тебе говорил, что надо было раньше из ресторана уходить. Ладно, пошли без него. По тарелочке наши прокиснут. Никто не видел, как Олег убивал Родиона. И вам нужно будет это доказать. Ружье в его руках
Отпечатки пальцев. Это вам не доказательство? Ему могли подсунуть это ружье. Тот, кто убил, мог подсунуть. Его подставили, вы не понимаете? Ну, может быть, он действовал в состоянии аффекта? Не понял. Отключился, не осознавал, что делает. Просто Олег очень сильно ревновал свою жену ко мне, и вы понимаете, в состоянии ревности все, что угодно может произойти. Андрей, ты вообще о чем говоришь? Может быть, ссора с Родионом была последней каплей. Вспомни, Олег же очень сильно расстроился тем, что ты вчера утром ему сказала. Андрей! Так, минуточку. Вот с этого момента давайте поподробнее. Зачем ты сказал про ревность, Андрей? Какое это имеет отношение к убийству Родиона? Ты угробить Олега хочешь? Наоборот, я думал, это будет смягчающим обстоятельством. С какой стати? Женская измена ранит мужчину сильнее. Мужик реально может слететь с катушек. Я не изменяла мужу. Уж кому, как не тебе это знать. Да, 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 не изменяла, к моему великому сожалению. Но Олег ревновал, устраивал истерики. И об этом полиции мог рассказать не только я. И вот вспомни корпоратив на 15-летие фирмы. Вот именно. Валёва увидела? 45 лет, а она все мини носит. Интересная женщина. Да, мне как-то это все неинтересно сейчас. Олег Бузин. Самоувольнение не просыхает. Орёт еще на всех. Всем недоволен. На работу вообще не собирается устраиваться. Детский сад какой-то. Устала, сил нет. А разводись. Угу. Саш, мы 15 лет вместе. Да и потом он прекрасный отец, дети его обожают. Ну, хотя бы пригрози ему, а? Да нет, я думаю, что все будет хорошо. Это просто кризис, трудный период. Перетерпим. Смотри, как на тебя заглядывается Громов. И красивый, и умный, и богатый, и вдовый. Если хочешь моего совета... Саш, ну все, закрыли тему. А вон и Родион пришел. Вот как же. Привет. Ничего. Здрасте. Здрасте. Пробки. Так, друзья, давайте ближе. Я прошу вашего внимания. Я хочу вам представить, кого вы... А с кем-то? Достаточно хорошо знаете, но с другой стороны. В общем, Родион Ханин, жених моей дочери и будущий глава Громов Плаза. Ура! Так, сейчас еще секундочку внимания, еще есть маленький подарочек. Теперь я понимаю, почему Громов Родиона двигает. Может, все для доченьки. У нас появилась традиция, которую я придумал. А мужчине, входящему в нашу семью, обязательно нужно подарить оружие. Держи, чтобы защищал честь семьи и свою жену. Мою любимую дочку. Родиону от будущего тестя? Да. Спасибо, батя. Батя. Бедный Олег. Ну, жизнь есть жизнь. Хотя и Андрея Петровича понять можно. Ну, это же прекрасно, что меня можно понять. Марина Викторовна, я все-таки хочу, чтобы вы развеселились. Пойдемте потанцуем. Ну... Андрей Петрович, нет настроения, спасибо. Я вам обещаю, у вас настроение поднимется. Пойдемте. Пойдемте. Я очень хочу помочь Олегу. Я считаю Олега очень умным и талантливым человеком. И я готов помочь ему взять кредит для своего дела. Помочь, ну, посоветовать своему товарищу, он сейчас как раз набирает новую команду.
Андрей Петрович, вы прекрасный человек. Нет, правда, действительно, другой на вашем месте... Эх, Марина, другой бы на моем месте. А я дурак. Вот так я и знал. Мою жену уже лапают. Ну что, лапать. Я, кстати, могу подсказать еще хорошие места, где можно полапать. Вообще-то мы просто танцевали и говорили о твоем будущем. Понимаю. Выбирали форму рогов. Олег, поехали домой. Ты пьяный, поехали. Куда домой? Не-не-не, я не хочу домой, я только приехал. Олег. Что, скандала боишься, да? А моя жена спит с начальником. Олег, ты можешь заткнуться? А я думаю, что не только моя жена. Ты что несешь, алкаш? Ты вообще не лезь, щенок. Не трогайте родю. Настя, не лезь, это не твое дело. Теперь мое, это мой жених. Кто жених? А, понятно. Тесть от зяти недалеко, да? Тоже напропалую со всеми. Настя, у него же любовь! Ты что ж это такое? Ну, куда ты лезешь-то? Чё, куда? Ну, молодец, молодец. Пожалуйста. Такси, может, нет, нет, не нужно, Андрей Петрович, мы сами вызовем. До свидания, извините, пожалуйста. Не стоило беспокоиться, Андрей Петрович. Олег вырвался еще в машине. Я тебе беспокоился. Вот ты забыла. Спасибо. Со мной все в порядке. Я собиралась ложиться спать. Не надо строить из себя железная леди. Я же вижу, ты переживаешь. Олег, как будто вы подменили последнее время. Я не понимаю, с кем я жила 15 лет. Я страшно запуталась. Я устала. Я не знаю, как мне жить дальше. Ну, мы найдем выход. Обязательно. Я тебе обещаю. Андрей, не нужно. У Олега сейчас сложный период. Я тебя просто так не отпущу. Поехали, покатаешься и развеешься. И... Нет, нет, не надо. Вы возвращайтесь. Возвращайся на корпоратив. Я пойду домой. Все нормально. Поехали, поехали. Ты где была? Где ты была всю ночь? Вообще-то, я спросил, где ты была? Тихо. Детей разбудишь. Ты была с Громовым? С Громовым! Громов, между прочим, о тебе думает. Он готов стать поручителем в банке, чтобы ты мог открыть свое дело.
Ты была с ним? Ты была с ним? Отвечай! Да! Да, было, это была прекрасная ночь! Шлюха! Папа, нет! Гена, Геночка! Оставь меня, оставь меня! Гена, оставь меня! Подождите, я все объясню, оставь постой! Меня! Прости меня, пожалуйста, я вспылила. Хотя ты прав. Олег действительно ревнует. Поэтому, скорее всего, поехал на базу развеяться. Но я в страшном сне даже не мог представить, что такое может произойти. Слушай, а помнишь, на той вечеринке Олег что-то сказал про любовниц Родиона? А тот на него набросился. Может быть, у Родиона действительно кто-то был? Я отдал бы свою единственную дочь за человека, который сделает ее несчастной, за блудника и негодяя. Успокойся, пожалуйста, прости. Ну, прости, я просто сказала, что пришло в голову. Вспомнила ту ситуацию, и все. Я вообще очень плохо знаю Родиона. Он появился в нашей жизни совершенно неожиданно. Прости, прости, правда, нервы у меня тоже вообще вот ни к черту. Давай мы доверим эту ситуацию профессионалу. Я завтра пришлю адвоката, самого лучшего в уголовном праве. Договорились? Спасибо, что ты рядом. Я не знаю, как бы я справилась одна. Вы даже не представляете, что здесь было. Все плакали. Все. Так жалко. Такой хороший парень. Умный, красивый, воспитанный. Что, мужчины тоже плакали? Почему мужчины? Я не это имела в виду. Я говорю, что жалко всем Родиона было. Я об этом. Кофе? Спасибо, я не буду. А... Хотите, пойдем в ресторан? У нас здесь замечательные рестораны для сотрудников. Скидки можем, пообедать. Нет, спасибо большое. Сейчас рано еще думать об обеде. Расскажите мне об убитом. Ну вот все, что вы знаете. Убитый. Ужасное слово. Да я, в принципе, ничего не знаю. Мало знаю. Ну, Родиона все любили, особенно женщины. Он как-то... Были какие-то любовные романы, интрижки? Да, нет, я не об этом. Как бы вам объяснить? Но он в каждой женщине видел королеву, вот настоящий рыцарь. Такие мужчины сейчас редкость, и я прекрасно понимаю, почему его Настя выбрала. Флиртовал, говорил всем комплименты, да? Флиртовал — это слишком грубо. Цветы дарил. Знаете... Родиона же воспитывала одна мама, и она очень рано умерла. И он, ну, наверное, в каждой женщине пытался увидеть маму, что ли. А можно как-то поконкретнее? Ну, например. Поконкретнее. Ну, смотрите, он каждой женщине всегда спешил на помощь. Это совершенно не важно, кто это. Официантка, клинер. Вот я помню одну историю. Родион пригласил нас в ресторан отметить свое повышение на должность старшего администратора. Олег, конечно, поступил не самым лучшим образом, но я его прекрасно понимаю. Он для Родиона сделал все, устроил его на работу, а тот так по-свински. Да, хороший мальчик Родион. Громов предложил, он согласился. А кто, по-твоему, откажется от такого проекта? А Олег твой мог бы вести себя и покорректнее. Олег год носился с этим проектом, как с ребенком. А теперь Родион приглашает отметить свое повышение. Я вообще не хочу никуда идти. Да перестань, пошли.
Здравствуйте. Здравствуйте. Девчонки, привет, мы тут. Привет. А что, вы ничего не заказали? Заказали. Сказали. Шампанское. Ну и где? А где? Сейчас принесут. Сейчас будет. Милые дамы, добрый день. Прекрасно выглядите. Это вам. Спасибо. Это спасибо. Вам. Пожалуйста. О. Спасибо. Да аккуратно. Я помогу. Осторожней, порежетесь. Не надо мне помогать. Лучше веником, не надо, руками. Ну вот. У вас аптечка есть? Да. Я с аптечкой. Да. Помог, называется. Безрукий. Здрасте. Милая, здравствуй. Ой. Мы только тебя и ждем. Ой, что случилось? А, ерунда. Нелепости, неловкость. А, тетя Марин, а передвиньте, пожалуйста, я хочу с Настей посидеть рядышком. Пожалуйста. Спасибо. Присаживайся. Может, выпьем? Да. А принесите нам, наконец, шампанского, пожалуйста. Отметим мое повышение. Адрес этого ресторана. А Гонза, знаете, на Гончарова? Да. Они там часто с ребятами сидели, да и мы туда ходили. После смены так устанешь от всех этих постояльцев, чемоданов, недосдачи. То есть конфликт с Олегом Коловым – это единственный конфликт, который вы знаете? Да. Ужасная история. У них с Олегом коса на камень, что ли, нашла. И все это, вы знаете, от несдержанности. Вот если бы они слушались моего совета... Спасибо большое. Вы мне очень помогли. До свидания. До свидания. Я тебе сказал то, что я дал бы ему еще. А что ты к старшим лезешь? Мало ли чего они болтают. Не надо было нас растаскивать. Я бы навалял ему еще. А лучше бы взял дубину и взломил эту гаду. Стойте. Только этого мне не хватало, Серый, мой друг. Это что такое? Марина Викторовна. Здравствуйте. Здравствуйте, Настасья Петровна. Дети, идите, пожалуйста, к себе. Мне с вашей мамой нужно очень серьезно поговорить. Проходите, пожалуйста. Благодарю. Простите, я была готова к вашему визиту. Присаживайтесь. Марина Викторовна, я пришла потому, что я не могу дозвониться до вашего мужа. У него телефон выключен. А у вас все время занято. Ну, потому что у моего мужа дела, а у меня важные переговоры. Скажите, а ваш муж что, ушел из семьи? С чего взяли? Нет, все в порядке, просто он занят. И чем же таким он, интересно, занят? Я же видела все, как он тебя чуть не ударил! Гена, ты все неправильно понял, я пыталась тебе объяснить. В общем, это я виновата, я поздно вернулась, Олег, естественно, разозлился. Угу. То есть в вашей семье присутствует насилие, неблагоприятная атмосфера, и мать, извините, гулящая. Отец ушел? Он нас бросил? Да никто вас не бросал. У отца просто проблемы страшные. Марина Викторовна, может быть, вы все-таки расскажете, что происходит? И я смогу вам чем-нибудь помочь? Дело в том, что мальчишки сегодня подрались в школе. А дети кричали, что их отец убийца. Да, отец в тюрьме. Его обвиняют в убийстве человека. Но он не убивал. Папочка. Мы обязательно докажем, что папа не виновен. Обязательно. Я, пожалуй, пойду. Простите меня.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Маша. Очень приятно, Мария. А меня капитан Шестаков, Следственный комитет. Очень приятно. Да. Я хотел бы с вами поговорить о Родионе Ханине. Скажите, вам знаком этот человек? Да, конечно. Это наш постоянный посетитель. Угу. А что-то случилось? Да. Его вчера убили. Не может быть. А кто? Ну, мы как раз это и выясняем. Скажите, пожалуйста, Мария, какой он был? Как часто приходил к вам? Ну, расскажите о нем. Ну, он, в принципе, такой был симпатичный, общительный, молодой человек. Угу. Бывал у нас каждую пятницу. Угу. Официантам, уборщицам шоколадки дарил, хорошие очень чаевые оставлял. Мы, в принципе, все его очень любили. Это все? Да. Хорошо, спасибо большое. Вы мне очень помогли, Мария. До свидания. Пожалуйста, до свидания. Хорошего у вас видения. Спасибо. Даш, подойди сюда, пожалуйста. Прикинь, сейчас следователь подходил, видела? Родиона убили. Ты что сюда приперлась? Мы же договорились. Ты сам с собой договаривался. Олег, это Лев Натанович, твой адвокат. Это один из лучших специалистов по уголовному праву в России. Ты можешь ему абсолютно доверять. Олег Витальевич, я изучил материалы вашего дела. К сожалению, пока что для вас все складывается не лучшим образом, но... Не будем унывать, это обычное дело. Следствие копает в сторону самой очевидной версии, им так выгоднее. Прошу вас, вы ничего не должны говорить без моего присутствия. Вы понимаете? А что говорить-то? Я ничего не помню. Может, я и убил? Олег. Умоляю, не вздумайте начать вспоминать в присутствии следователя. Любое признание сначала согласовывайте со мной. Даже если я вспомню, что я убил? Олег! Олег, пожалуйста. Ты большой фантазер, ты можешь вспомнить то, чего не было. От вас сейчас требуется одно. Каждое слово согласовывать со мной. Обязательно. Оставьте меня наедине с женой. Пожалуйста. Я могу поговорить один на один? Конечно, конечно. Пожалуйста. Пожалуйста, Олег Витальевич. Андрей Петрович, клиент совершенно ничего не помнит. Он даже не уверен, он убил или нет. Ага. Так. Откуда адвокат? Громов нанял? Это лучший Громов. Адвокат. Скажи Андрею спасибо. Прости меня, пожалуйста. В последнее время я был настоящим чудовищем. Я прекрасно понимаю, почему ты меня разлюбила. Олег, прекрати, пожалуйста, все не так. Не отталкивай Громова. Меня посадят, это точно. Все направлено против меня. У тебя двое детей, тебе одной не справиться. И подай на развод. Немедленно. Привези ко мне нотариуса, я оформлю дарственную на мою часть имущества. Господи, ну что ты творишь, что ты говоришь? Так нельзя, Олег, нельзя так сгоряча. Свидание окончено. Олег! Уведите меня!
рано или поздно, каждый должен расплачиваться за все. Передай мальчишкам, что я их очень люблю. Спите. Ага, вот хорошо. Надо спать. Я все равно не понимаю, ну почему мне с тобой нельзя? Настюш. Что? Ну это же мальчишник. И что, что мальчишник? Что, по традиции без женщин. Понятно. Или ты хочешь сделать меня посмешищем перед ребятами? Угу. Обещаю, что после свадьбы будем ездить только вдвоем. Только ты и я. Ну не ревнуй, пожалуйста. Я не ревную. Просто очень сильно тебя люблю. Я тоже. А знаешь, как я тебя люблю? Жить без тебя не могу. Я тоже. Парни, я поехал. Давай. Только аккуратно. Конечно. Да, здравствуйте. Привет. Ну как, ты волнуешься перед свадьбой? Да, я очень волнуюсь. А Родион волнуется? Он тоже волнуется. Но сейчас он уехал на мальчишник. На мальчишник? А ты знаешь, чем они там будут заниматься? Чем? Послушай, хочешь, дам тебе совет? Я поняла. Скажите, они давно живут вместе? Где-то больше 2 месяцев. А Родион до этого где жил? Так где-то что-то снимал, я даже не в курсе. Понимаю. Но странно, в гостинице никто не в курсе. И он что, никого к себе в гости не приглашал? Современная молодежь не очень любит душевные разговоры, больше бары, караоке. Мы с вами, наверное, уже давно выпали из системы. Нет, точно. А хотите замечательный кофе? Я из Бразилии привез. Нет, спасибо. Андрей Петрович, а вы меня не помните? Ну, 10 лет назад. Я тогда лейтенантом был. Дело о пропаже вашей жены. Нет, не помню. Я просто хотел поинтересоваться. Никаких новостей? Вы знаете, мне этот разговор неприятен. Извините. А Анастасия Андреевна хотела стать актрисой? Боже упаси! Это книжка Родиона. Он вообще был парень начитанный, и я о нем все разузнал. Но я же не могу доверить дочь абы кому. Не против, если я возьму ненадолго так почитать? Да без проблем. Здравствуйте. Возьмите меню, присаживайтесь, пока официант сейчас к вам подойдет. Ну так и чего ты решила уволиться-то? Новое место нашла? Угу. Ну расскажи, что за место? Может, мне тоже туда рвануть? А то я тут 3-й год уже работаю, никак нормального мужика себе не найду. Спать так каждый гораст. А жениться так я тебе ничего не обещал. А мужики сейчас везде такие. Хочешь замуж? Ищи себе семинариста. Так а ты тогда чего уходишь? Или там платят больше? Нет. Там атмосфера чище. За городом, что ли? А если тебя 2 недели отрабатывать заставят? Все равно уйду сегодня. Вот упрямая. Я не понимаю, как так можно взять и поставить на себе крест? Лев Натанович, у меня к вам огромная просьба. Повлияйте на Олега. Я прекрасно понимаю ваши чувства, но, увы, Марина Викторовна, приходится признать, что Олег Витальевич трезво оценивает свои шансы. Я изучил материалы, но дело безнадежное.
Ну, шансов на оправдание практически нет. Что? 99% против одного вашего мужа осудят. Поэтому нам нужно сделать акцент на смягчающих обстоятельствах, чтобы добиться, ну, максимально мягкого приговора. Послушайте, вы адвокат или прокурор? Почему вы его не защищаете? Послушайте меня. Олегу Витальевичу необходимо признаться в убийстве. Поверьте, это самый лучший вариант. Он сознается. А вы даете показания, что у вас будто бы был бурный роман с Громовым. И вы собирались уйти от мужа. Олег Витальевич поехал на охотничью базу после вашего объяснения. Так сказать, в горячке ревности. Тогда мы будем добиваться признания состояния аффекта из-за супружеской измены. И таким образом мы сможем добиться максимально мягкого приговора. Кстати, если кто-то из детей видел вашу ссору, это очень пригодилось бы на суде. Я не изменяла мужу. И уж тем более таскать детей по судам я не позволю. И Олег не будет признаваться в том, чего он не совершал. Как он мог убить и забыть об этом? Марина Викторовна, поверьте моему многолетнему опыту. Глубоко пьяный человек может забыть, как он 10 раз ударил ножом, не то что один выстрел из ружья. Я отказываюсь от ваших услуг. Сколько вам должно за беспокойство? Да все уже заплачено заранее. Но, Марина Викторовна, другого пути нет, поверьте моему опыту. Другой путь есть. Нужно искать доказательства невиновности Олега. Я этим займусь. Такси, здравствуйте. Будьте любезны, машину от следственного отдела в охотбазу Стрелкова. На ближайшее время. Спасибо. Привет, Миш. Ты обедал? Да. Давай чайку попьем. Смотри. А? Дмитрий Иванович, ну ты прям как всегда вовремя. А это видел? Это что? Что, новая улика? Да нет, так, для общего развития. Повезло тебе с женой, Дмитрий Иванович. Мастерица. Мне вот никто пирожки не печет. Так женись, какие проблемы? Да где сейчас такую найдешь, чтоб пирожки пекла? Кстати, что тот мужик с охотничьей базы? Признался, что убил? Да нет, Мишань, не признался. И это меня беспокоит. Ну, отпирается до последнего, ясное дело. Да не похоже, чтоб он врал. Но это не мошенник со стажем, чтобы так убедительно врать. Я думаю, может, он действительно ничего не помнит. Ну, судя по тому, сколько он выпил, то да. Да и остальное меня тоже все настораживает. Я вчера опрашивал коллег по работе. И в его любимом кабаке был. Столько дифирамбов наслушался. Как будто ангел во плоти этот Родион Ханин. Но вот не похож он на реального человека. Как будто маска какая-то. Вот. Но невозможно, чтобы за целый год он ни с кем не поругался. Ну, слушай, ну, дядьку-то он довел. Но это единственный случай. Ну. И потом, куш неплохой. Дочка начальника и бизнес в придачу. Циник ты, Дмитрий Иванович. Не веришь в настоящую любовь. Да, мамуль, привет. Ну что, деньги получила? Хорошо. Ну, конечно, скоро приплыву уже, да, взяла билетик. Мам, я нормально ем и нормально себя чувствую. Не переживай, ладно? Да. Родиону привет. Слушай, мне пора бежать, я тебе перезвоню. Пока. Я полиции уже все рассказал, больше ничего добавить не могу. Ссору все видели. На базу в этот день больше никто не приезжал. Только Олег Витальевич и Родион с ребятами. Мне очень жаль, но я ничего добавить не могу. Ясно, Тимур. А скажите, Олег был в своем обычном домике? Да, в том, где вы постоянно останавливались. Я могу здесь прогуляться? Да, конечно. Спасибо. Ты держись. Thank you.
Я нашла доказательства того, что на базе еще кто-то был. Это что такое? Там есть тропинка, ведущая от базы прямо к дороге. На этой тропинке нашла салфетку. Посмотрите на ней, совсем свежая кровь. Там точно кто-то был. Отправьте салфетку на экспертизу. Куда мне еще ее отправить? Вы понимаете, что я это даже не могу приобщить к делу? Вы откуда угодно могли притащить эту салфетку. Я просто думала, что так будет быстрее. Да не надо думать. Надо было просто позвонить мне. И оставаться там на месте и ждать, когда мы подъедем с криминалистом. А сейчас вот это можно просто выкинуть. Поздравляю. Ах так? Ну тогда я объявляю голодовку. И никуда отсюда не уйду. Пока мои требования не будут удовлетворены. Какие требования? Отправьте салфетку на анализ. Да понимаете, я даже не уверен, что вы не нашли ее в ближайшей мусорке. И специально ее принесли сюда, чтобы оправдать своего мужа. Идите вы домой, к детям. И не надо лезть туда, куда вас не просят. Если будет нужно, я лягу здесь на пол. И никуда не сдвинусь. Так, я понял. С вами по-другому не получится, да? Ладно, хорошо. Хорошо. Кровь действительно свежая, не прошлогодняя. Суток двое около того. Третья группа резус положительный. Гениально. Людей с третьей положительной миллиарды. Марина, мой вам совет. Бросайте в эту самодеятельность и вырабатывайте с адвокатом стратегию защиты в суде. Новый опрос никакой информации нам не дал. Так что готовьтесь. Дело со дня на день будет передано в суд. Все. Скажите, а если сделать анализ ДНК? Это долго и ни к чему. Идентифицировать не с чем, понимаете? У убитого был резус отрицательный, а у арестованного первая группа. Это точно не их кровь. И никак невозможно узнать, чья это кровь? Ну, если вы мне принесете генетический материал, волосы, например, то тогда можно было бы определить, один это человек или нет. Но вот если бы был конкретный подозреваемый, то... А у нас есть конкретный подозреваемый. Ладно. Спасибо, я поняла. До свидания. Слушай, Миша, я тебя просил, чтобы ты сказал, нет, невозможно. Че ты начинаешь ей объяснять? Я не могу отказывать красивым девушкам. Ну так учись. Да, Андрей. Я была в прокуратуре, еду домой. Встретиться. Ну хорошо. Подъезжай к моему дому через полтора часа. Я буду там. До встречи. Путь, указанный адвокатом, он верный путь. Если докажут состояние аффекта, то Олегу дадут до 3 лет колонии общего режима. 3 года общий режим вместо 7 лет строгача. Состояние аффекта человек может убить, да, но при этом ничего не помнит. Да дело не в том, что Олег не помнит, а в том, что он в принципе ружья в руки не брал. Он на базу ездил отдыхать, а не стрелять. Я не верю, что он мог убить, даже если он был слишком пьян или зол. Я понимаю, я правда понимаю, что тяжело смириться, но надо принять реальность такой, какой она есть. И помочь Олегу мы можем только тем, что уменьшим его срок. И для этого я готов совершить преступление, я готов соврать на суде. Я все готов пойти ради тебя и детей. Спасибо тебе огромное. Я тебе очень признательна. Позвони адвокату. Он профессионал. Я его очень давно знаю, иначе Олега будет защищать в суде неопытный практикант. И потом. Олегу нужно сейчас сознаться, и
тогда это будет как чистосердечное признание. Нет. С признанием нужно подождать. Извини, дети голодные. Я пойду. Позвони адвокату. Я тебя умоляю. Натаныч, в общем, вариант номер два, к сожалению. О, мама пришла. Пиши. Жетл – круглая полосатая палочка. Блин, а я не умею уже писать. Привет. Мама пришла. Что делаете? Уроки Генка заставил. У них на проделке училка заболела. Пришлось самим. Проголодались, наверное? Нет. Генка такую огромную яичницу приготовил. Мы еле-еле сели. Молодцы. А тебе сделать? Нет, спасибо, сынок, пока не хочу. Но потом обязательно. А ты где была? У папы? Много где. У папы тоже. Его выпустят. Адвокат хороший. Не переживай, мамочка, мы всегда с тобой. Да. Дмитрий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Я подумала, может быть, у вас что-то появилось со вчерашнего дня. Я вам звоню, у вас телефон выключен. Что, правда? О, точно. После совещания забыл включить. А вы зря так издалека-то ехали. У нас ничего нового. Начальство вообще приказало ваше дело в суд передавать. Как? Уже? Уже. Говорит, нечего время тянуть. Показатели ухудшаются. Раз уж и так все очевидно. Так что вот я вещдоки в камеру хранения и сразу подаю в суд. Подождите, это телефон Родиона? Ну да. Ответьте на звонок, пожалуйста. Да это незнакомый номер. Наверняка какой-нибудь спам или реклама этого салона красоты. Вещи твои не выбросил. Можешь приехать забрать. Наверное, это хозяин квартиры, которую снимал Родион. Наверное. Дмитрий Иванович, я вас очень прошу перезвонить. Ну, мы же должны знать, что за квартира, в которой жил Родион до переезда к Насте. Ну, может быть, он туда любовниц водил. Может быть, мы в его вещах что-то найдем. А если не найдем? Меня по головке не погладят за проволочку. А если Олега осудят невинно? Здесь Родион и жил, пока к невесте жизнь не переехал. Mm-hmm. Как же так убили такого молодого? Вот так вот. Скажите, Аганес, а к Родиону никто не приезжал в гости? Нет, никто не приезжал. Здесь подождите. Хорошо. Как же так убили? Коробку возьмите, выбросить жалко. Спасибо. Так, это... Это альбом. Это книги, журналы. Ну, собственно, как я предполагал, ничего интересного. Давайте я по дороге выброшу. Нет. Можно я заберу с собой? Может быть, Насте понадобится на память фотографии, книги. Пожалуйста. Вы сами доедете? Да. До свидания. До свидания.
Да, я эту девушку видел. Они с Родионом зимой приезжали. Одни? Без компании, только вдвоем. Я ее запомнил, потому что она связки на ноге потянула. Я ей лично шину накладывал. Да, хорошо. Хорошо, сейчас все принесем. Ожидайте. Извините, пожалуйста. Да, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Скажите, а где вот эта девушка? Она здесь работает. Я просто долги должна вернуть. Маргарита, она вчера уволилась. Да, а вы не знаете ее адрес? К сожалению, Маргарита уже в речпорту. Она звонила попрощаться, уплывает сегодня. Вы же знали Родиона? Зачем вы спрашиваете, если знаете ответ? Его убили, это правда? Да, позавчера ночью. Угу. И чего вы хотите от меня? Судя по этой фотографии, вы знакомы с Родионом давно. Ну и что? Да, мы знакомы с ним. Вот, со спортивной школы, и спортивная карьера у нас у обоих не задалась. И потом, после смерти мамы, он уехал сюда, под крыло к дядюшке. Я приехала позже, у меня тут ни родных, ни друзей. Я побаивалась. А Родион как-то поддерживал вас, когда вы... Нет. От своих успехов здесь он сильно задрал нос, и мы почти не общались. Все, извините, мне пора. Рита! Отдайте. Вы обманываете, что давно не общались с Родионом. Вас видели вместе этой зимой на турбазе. Ребенок будет от него? Оставьте меня в покое, иначе я полицию позову! Я слышала, ты женишься? Это правда? Твою мать, нашла время. Что тебе надо? Денег? Да не нужны мне твои вонючие деньги. Я просто решила, что ты должен знать. Я беременна. От тебя. Врешь? Сам ты врешь. Постоянно врешь. Собрался уже настолько, что забыл, кто ты есть на самом деле. Ну давай, давай. Давай, давай, прикончи меня, и нет проблем, да? Настя, здравствуйте. Вы? Зачем вы пришли? Настя, простите, что я вас тревожу. У меня просто нет другого выхода. Олега могут посадить в тюрьму, если вы не поможете. Сейчас любая зацепка в его пользу крайне важна. Я ничего не знаю. Говорите с моим папой. Дело в том, что ваш отец не может знать то, о чем я буду вас спрашивать. Настя, я понимаю, что этот разговор для вас неприятен, но все же, пожалуйста, постарайтесь вспомнить. Может быть, Родиона кто-то преследовал в последнее время?
Может быть, кто-то ему угрожал, кто-то шантажировал. Я ничего не знаю, уходите. Настенька, я вас умоляю, подумайте. Постарайтесь вспомнить. Дело в том, что от Родиона беременна другая девушка. Может быть, она его шантажировала. Уйдите вы отсюда, хватит! Оставьте меня в покое, не приходите! Уберите ее! Что происходит? Уйдите! Что случилось? Что здесь? Кто вас пустил сюда? Уйдите! Кто вы такая? Уберите ее! Кто она вас сюда пустил? Сделает. Я прошла, никого не было на посту. Вы что, не видите, что вы натворили, а? Папочка. Света, Гланиум, быстро! Все. Успокойся. Сейчас уходчик сделаем. Миш, пожалуйста, сравни с предыдущими следами крови, хорошо? Хорошо, текущий анализ закончу и возьмусь за ваш, но уже сейчас могу сказать, что эти салфетки из одной упаковки. Хорошо. Марин, как будет новая информация, я вам отзвонюсь. Да, хорошо, спасибо большое. До свидания. До свидания. Миш, как только готова будет экспертиза, сразу мне на стол. Я жду. Хорошо. Следственный комитет, капитан Шестаков. Здравия желаю. Мне нужны записи с камер наблюдения пригородного шоссе. Да, срочно. Конечно, согласовывал. Да, я жду. Зачем ты ездила к Насте, задавала вопрос? У нее травма. Зачем ты ездила? Ты прекрасно знаешь, что я ищу доказательства невиновности Олега. Андрей, ты... Зачем путывать мою дочь? Зачем? Что ты делаешь? Пусти, мне больно! Почему ты не позвонила адвокату? Потому что он не нужен. Алло. О. Здравствуйте, Марина. Здрасте. Готовы анализы? Нет, анализы крови еще не готовы. Но появилось кое-что другое. Кромов был в том районе охотобазы в тот вечер. Его машина проехала через час после убийства из Ульяновска. А еще через час вернулся обратно. Я поняла. Марина, а с вами все в порядке? Так ты был там? Тот вечер на базе. Все из-за тебя. Все из-за тебя. Видишь, здесь совпадение. И по этому параметру тоже совпадение. И по этому тоже. Миш, ну спасибо. С меня пирожки. С ливером. Конечно. Да. В общем так. Это мои показания. Так. Я убийца. Я убил Родиона. У меня были подозрения. Я поехал на базу, чтобы проверить. Он был там с любовницей. Это меня, естественно, взбесило. Я схватил ружье, выстрелил, потом испугался, вложил ружье в руки мертвецко-пьяного Олега. В общем, вот. Андрей Петрович, вы врете. Потому что есть заключение экспертизы. Кровь на обеих салфетках принадлежит вашей дочери. Спокойно, Миш, спокойно. Я прошу.
арестуй меня. Не получится. Я нашел водителя, который подвозил Анастасию Андреевну к тропинке на базу. Так что я еду в больницу к вашей дочери. Вы не долечились. Пожалуйста, вернитесь в палату. Отдайте мне мою одежду, иначе я выпрыгну в окно. Милая, ничего не говори. Я убила Леона. Да, папа. Но я не могу больше врать. Арестуйте меня, это я убила Родиона Ханина. Пройдемте в машину. Роди? Дорогая? Ты откуда? Я тебе сейчас все объясню. Это не то, что ты подумала. Это... А что еще она должна была подумать? Что, когда мы здесь с тобой на диване? Замолчи. Дорогая. Не подходи ко мне. Неужели ты не понимаешь, что назад дороги уже нет? Ну давай, давай, сделай хоть что-нибудь сам. Скажи ей, что я беременна от тебя. Заткнись, заткнись, пожалуйста. Не надо сейчас ничего говорить. Я тебя очень прошу. Роди? Роди? Ты что наделала? Ты что наделала, идиотка? Молодец, что сразу мне позвонила. Надо быстрее ехать, а то на базе спохватятся. Давай. Папа, папа, нет, нет, пап, так нельзя. Ты зачем подсунул ружье Олегу Витальевичу? Ну его же могут посадить, ты понимаешь? Давай мы это ружье просто куда-нибудь выкинем. Нас с Ритой никто не видел, да, Рита, нас не видели? Девочка, не волнуйся так, у тебя уже кровь носом пошла. Если выкинет ружье, то полиция будет искать убийцу и, скорее всего, найдет. А я сделаю все, чтобы Олега не посадили, понимаешь? Точно, папа? Да, 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 давай, залезай, залезай. Давай, давай. Иди сюда. Езжай на родину, я дам тебе денег, купишь квартиру для себя и ребенка. Никакой полиции, поняла? Узнаю, что в Ульяновске убью. Залезай. После этого мы уехали в Ульяновск. Все? Тогда прочтите и распишитесь. Хотите воды? Попейте водички. Меня теперь в камеру? Нет, почему? Уйди, а? Вы же сами признались, поэтому я вас отпущу под подписку о невыезде. Возможно, получится убедить суд, и суд признает состояние аффекта. Это... Это не важно. Скажите, что Олега Витальевича отпустят. Да не переживайте вы, конечно, отпустим. Сразу и отпустим. Хорошо.
Знаешь, я счастлив. Если бы Громов меня не поставил, я даже не представляю, что могло бы быть с нашей семьей. Прости меня. Я был такой свиньей. Я хотел сказать тебе, мне очень стыдно за то, каким я был. Тихо, тихо. Тихо. И ты меня прости. Я ведь чуть...